Вот, Мукунчик, одна волна, это кайф, да. Лёш, покажись. Ты что, прямо смотри? Да, смотри, сколько там. Давай, жених, муж, жених. Все уже, муж. Опа, а вот и я. Смотрите, какого я мужика себе охомутала. Волосы расчесывал. Такого вот, такого всем охомутала. Доброе утречко. Ух, мы сегодня спали. До сколько? До двух почти. До двух. Как мы немножечко устали, совсем немножечко, вы не представляете. Я похудел за это время на 10 кг. Просто худой стал. Вообще, спалось как хорошо. Спалось очень хорошо. Спалось так и хорошо. У нас, посмотрите, какой номер. Номер? Ну, комната. Вот такая вот юрта. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Подожди, опа, тебя видно. Ничего. Хоп, хоп. Вот, вот, смотрите, какая комната наша. Вот. Так что это прям вообще бомба. Хоп, 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 хоп. Мы лежали, хоп, и на нас светило солнышко вот здесь прям. Ой. Только, правда, сегодня видок, что-то не очень, лица опухшие. Мы, короче, даже не пили, вообще на свадьбе решили запомнить этот день навсегда. Поэтому мы не пили ничего, мы просто... А букеты, смотрите. А, кахнятинка, букет, смотрите, какой подарил. Внизу, а внизу столько букетов, просто букеты вот такие огромные по 101 розе. Да. Вообще нереально. Просто реально. А, реально, у нас были по огромному букету по 101 розе. Они пришли, вообще два моих друга пришли в одинаковых костюмах. Они специально, короче, подготовились, сделали себе одинаковый костюм. Бабочки, такие брючки, и вот над брюками такая палочка, не знаю, как это называется. Вот. Господи, Черкасов какой букет красивый подарил. Тамара, наш эксперт. Вообще очень красивый букет. Я даже перечислять не буду. Реально, все букеты очень-очень-очень красивые.